Всем привет! С вами Крошик Дэй. И сегодня у нас будет челлендж «Богатая канцелярия против бедной». Мы на Суефа решаем, кто будет покупать канцелярию по списку на 50 гривен, да. А кто будет покупать по списку на 500 гривен. Да. Поедем сейчас в магазин «Акварель». Итак, да. Поехали! Поехали! Луна, ты с нами? Вот этот лунатик. Вот мы возле акварели, сейчас жду от папы список, то, что надо купить. О, как раз и получила. О, вот он. Вот это все надо нам купить. Итак, поехали. Ну что, разыграем? Да. Кто получит 50 гривен, кто получит 500 гривен. Угу. На Суефа. Готова? Да. Суефа. Ножницы ломаются об камень, да? Да. Итак, ну ты получаешь тогда 500 гривен. Да. Получаю такие 50 гривен несчастные, лишь бы на ручку хватило. Начнем? Да. Пошли. Что по списку? Доставай. Первое по списку – тетрадь. Так, давайте возьмем, например. Оп, смотри, тут скольги есть. Прикольная. Ну, я возьму, давайте вот такого котика. По списку альбом для рисования. Они как раз вот тут. Давайте, например, даже не знаю, какой выбрать. Ну, давайте. Вот, посмотри, какие маленькие. Ну, выбирай. Нет, у тебя бюджет 500 гривен, это неплохой бюджет. Я думаю, да. Ты можешь что-то и подороже выбрать. Я возьму вот такой вот. А, с котиком таким, да? Да? Барбоскиным, да? Корзину. Дальше что по списку? Следующее у меня по списку – это ручка. Да, давай бери хорошую ручку, которая тебе нравится. Вот сколько у нас ручек, да? Да. Какой же бы выбрать? Какая тебе улыбается? Все. Ну все, я не смогу купить, так что выбираем одну. Ну, в принципе, я, наверное, надолго буду с ручками. О, посмотрите, какой лисенок. Давай возьмем его. Берем лисенка. Следующий по списку – это простой карандаш. Так, давайте его выберем. Какой же выбрать? Давайте, например, выберем вот такой. С единорожками. Ложим. Следующая линейка. Идемте к линейкам. Линейки на другом отделе. Вот это. И давайте выберем. Какой же выбрать? Давай. Вот такую, мне кажется. Всё. Арина, ну у тебя есть еще прилично денег. Может, что подороже выберешь? Нет, я так хочу. А вот смотри, какие прикольные. Нет, посмотри, потому что тут блесточки. А, ну тогда ложи. Так, ложим. Дальше. Следующее – это ластик. Ластик. Это затирачка. Да. Затирачек, да? Да. Какой же выбрать? Ой, а мне вот это нравится. А я не хочу. Реально прикольно. Да. Или вот, смотри, вообще как пироженка какое-то. О, да? Я такую хочу. Вкусняшечка, да? Я такую вот розовенькую хочу. Я даже вкусить хотела. Вот такой. Ложи. Берем такой. Что вот. Дальше? Дальше, сейчас посмотрю, что. Дальше точилка. Точилка, бери точилку. О, смотри, тут сразу и ластик, и точилка. Ну, может, ее возьмешь за месяц? Давай. Так, вот ластик, где он был. И выбираем розовенькую такую точилочку. Давай, ложи. О, давай к линейке желтую. Ну, как хочешь, но мне розовая больше понравится. Нет, желтенькую. Ну, давай, дальше. Следующее – это клей. А вот клей. Нет, это корректор. А, давай дальше. Клей. Вот тут. Давайте возьмем вот такой.
Наверное, куалой. Ладно, ложим. Следующая — это цветная бумага. Обязательно, цветная бумага. Ищем цветную бумагу. А где он? Давай, ищем, ищем. Вот цветная бумага. Какой ты будешь выбирать? Я выберу небольшую. Или вот такую. Маленькую. Или вот такую. Давайте маленькую. Бери, какую нравится. Я думаю, денег должно хватить. Да. И последняя — тетрадь. Тетрадь, 24 листа. Да, 24 листа. Бери, которую тебе нравится. Какой же мне выбрать? Даже не знаю. Ну, какая тебе нравится? Какого цвета ты хочешь? Даже не знаю вообще. 24. Может быть, с этими собачками? Нет. Или вот этим веселым собачкой. Смотри, у нас уже два мелка, наверное. Нет, давайте. Вот это, потому что 24 листа. Да. Ищи 24 листа. Вот. 24 листа. Вот это, да? Да. Все, сложи. Твоя очередь. Начнем с тетрадки. 12 листов. Надо вложиться в бюджет, и потому надо брать подешевле. Так, это 18. Итак, привет, папа. Привет, 12 листочков. Тетрадочку хочу подешевле. Они все по 5. О, 12 листов. Все, динозавры. Мне нравится. Все, ложу. Так, дальше у нас альбом для рисования. Вот. Надо подешевле, подешевле. О, прикольно какая. Дочка классная, да? Да. Он за 32. Я понял. Есть ли еще дешевле? О, точно. Я беру вот этот. Милаш, какой классный. Все, дальше у нас ручка. Ручка. Так, я беру ручку. Идем дальше. Самую дешевую. Сэкономленные деньги заработали. Смотри, за 4. Ага. За 4 рубля. Так. Ручка за 4 рубля. Да. Простой карандаш. Простой карандаш. Вот, 5 гривен. Я вижу, даже есть за 3 гривен. Все, отлично. Так. Линейка. Так, идем за линейкой. Какой же он выберет? Посмотрим. Линейка. Так. Я беру, знаешь, какую? Какую? Беру. Посмотри, какая с лапками красивая. Ага. Прикольно, прикольно. 12 гривен. Во, отлично. Да. Итак, затирочка и точилка. Так, затирочку берем. Одну из самых дешевых. Да, бери. 5 гривен. Ну, дешевле уже некуда. Так. И точилка. Точилку выбираем. Где у нас точилка? Где точилка? Вот. Так, вот точилка. Я беру самую дешевую. Вот такую зеленую точилочку. Цветную бумагу положили. Надеюсь, недорогая. И тетрадь 24 листа. О, тревел. Прикольно, 18 листов не подходит. Прикольно, 12 листов. Нам надо 24 листа. Так. 60 листов точно нам не подойдет. И вот два таких няшечка. Смотрите, какие очаровашки. Вау, похоже, да, на махио. Да, да. И недорогое, 24 листа. Все, взяли, список готов. Идем на кассу, проверяем, сколько получилось, во сколько обойдется моя покупка и во сколько обойдется Арины на канцелярии. Пошли. Пошли. Надеюсь, я вложусь 500 гривен. А я рассчитываю, хоть в полтинник вложится. Здравствуйте. Вложи. Да, добрый день. Что можете корзинку дать для самого? Да, давай корзинку, Арин. Нет, тут уже... Аринка, пусто. Давай корзинку. Тут уже пусто. Только не больше. Последняя. 297 гривен. Арина, ты вложилась. Мне еще 300 открыли. И тебе бонус, ты получаешь сдачи
сдачу на руки наликам. Теперь проверяем мою корзинку. Да! Давай! Я скупилась на 297 гривен. У меня осталось 200 гривен. Моя очередь, даю корзинку. Надеюсь, 50 гривен обойдется. Зажмем кулачки. Нет, нам прозрачный не надо будет. Мы все в карманы. Сэкономим хоть на этом. А то вдруг на пакетик потрачусь, как раз-то выйду за бюджет 50 гривен. Смотрим на экран. 10, 16, 20 гривен. Так, уже 30 гривен. О, я чувствую, не вложимся. Масочка. О, вышли за пределы, я проиграл. О, 97 гривен, я ровно в два раза вышел за бюджет. Папа, не настраивайся, получится в следующий раз. С вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки, подпишитесь на канал. Всем пока-пока!